В соревнованиях приняли участие редакторы и журналисты областных, районных и городских средств массовой информации. Открыл спартакиаду председатель комитета по печати и средствам массовой информации Сергей Мелихов. Сегодня все актуальнее тема ГТО в обществе. И я думаю и уверен, что журналисты Зауралья эту тему поддержат лично и сделают все, чтобы максимально пропагандировалось в нашем Зауралье здоровый образ жизни. Ну а участие в сегодняшних соревнованиях, конечно же, главное именно факт участия. И я думаю, что неважно, кто победит, хотя к этому будут стремиться все, главный результат и победа – это дружба и взаимопомощь среди журналистов. Поприветствовали участников соревнований глава Каргопольского района Сергей Князев, начальник областного спортуправления Александр Васильев и председатель Курганского союза журналистов Юрий Побритухин. Всего на участие в спартакиаде было заявлено 6 команд. Первым этапом стала лыжная эстафета. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 1 километр. Справились с этим все. Кто-то старался вырваться вперед, а кто-то просто наслаждался теплой солнечной погодой. Очень рады мы, что вообще-то состоялось все-таки самое первое, да, у нас такое соревнование, спартакиада журналистов. Ну, конечно, не победить, потому что мы все далеки от спорта. Чисто только, когда бывает, пишем свои статьи, разговариваем со своими спортсменами, в смысле своего района. Наша команда вся сборная, и из Юргамыша, и из Белозерского, из села Белозерское, и из Варгашей, и вот Китова. То есть мы все из разных, у нас 4 человека, и все из разных газет. Затем прошли еще 2 этапа соревнований – шахматы и дартс. В итоге в командном зачете зимней спартакиады места распределились так. Первое место заняла сборная команда «Кургана-1», второе место у сборной «Северо-Запада», а бронзовым призером стала команда «Центра». Команды и участники, занявшие призовые места, награждены грамотами и дипломами Курганского союза журналистов и Комитета по печати и средствам массовой информации. Закончилась спортивная программа дружеским ужином с номерами художественной самодеятельности. Участники и гости спартакиады дали положительную оценку этому мероприятию. Александр Мироненко, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».